Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я с вами хочу пойти снова. Снова хочу пойти в КОС, посмотреть, что есть нового, интересного. На самом деле, вы же, наверное, знаете эту мою дорогу. Я всегда в этот шопинг-центр иду через вот этот вход в КОС. И вы уже, наверное, узнаете, так сказать, убранство нашего торгового центра. Я хотела, на самом деле, пойти в Юникло, потому что я давно не была в Юникло. Но в Юникло появится, вернее, в сентябре новая коллекция Юникло Си. И дизайнер этой коллекции, я забыла ее фамилию, но это девушка, которая была дизайнером в Givenchy и в Chloé. И поэтому я хотела подождать. Я вычитала, что коллекция появится ее 15 сентября. И 15 сентября в некоторых онлайн и в некоторых магазинах. Я сильно подозреваю, что в тот Юникло, куда я хожу, это пригород Торонто, вряд ли там появится что-то из этой коллекции. Скорее всего, надо будет подъехать в Торонто, в центральный такой самый большой Юникло. Ой, я иду и забыла, что я вам показываю, что вам, видимо, ничего не видно. И, наверное, там что-то будет. А может, тоже нет, не знаю. И что я еще прочитала, что эта коллекция, на самом деле, она... Это не коллаборация, а именно вот коллекция в том смысле, что она пришла в Юникло работать. То есть это будет не разовая какая-то коллаборация, а это будет коллекция постоянная от нее. Что, в общем, очень здорово. Ну, а мы с вами подошли к КОСу. И вот это платье белое, помните, я примеряла в прошлый раз? Давайте посмотрим, что у них есть нового. Тут какая-то джинса, желтенькая, какой красивая. Смотрите, голубенькая, какой красивая. Ох, красивое джинсовое платье какое. Но мне надо, наверное, какой-то размер 3X. 3XL, потому что оно очень узкое вот тут в талии. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Вот это платье я примеряла в полоску. Так, по-моему, появилось много новых вещей. Привет всем. Так, это у нас что? Широкие джинсы. Какое-то интересное темно-синее. Что-то большое, широкое. Вот что-то новенькое, желтенькое. О, там красивое, интересное черное платье. Вообще, у меня была идея сделать примерку черного. Помните, как-то я делала примерку черного в Юникло, и вам очень понравилось. Я подумала, что, может быть, стоит. Вот я что-то подобное примеряла. Подобный свитер я примеряла. Много вообще черных вещей, желтых. Вот какой-то джинсовый сарафанчик. Или джинсы устроить примерку. Вот то платье мне прямо очень нравится. Проблема в том, что каждый раз, когда я прихожу, каждый раз здесь висит что-то другое. Вот, посмотрите, какое красивое платье на манекене. Черное в полоску. Какое интересное платье. Ух ты! Если я найду свой размер, я обязательно его примерю. Вот это оно, да? Еще раз здрасте. Я тоже сегодня в черном, поэтому вот так захотелось мне черного. И вот такая блуза есть такого же типа, и, видимо, к ней есть юбка. Вот эти брюки я примеряла, помните? Они очень классные, но очень дорогие. Смотрите, какой интересный свитер, дырочку. Черный махер-кашемир, наверное, вернее, шерсть махер. Так, джинсовая рубашка. Вот что-то зеленое, вельветовое. А, это тоже такое платье-рубаха. И вот такой симпатичный свитерок. Полосочку с пуговичками. Оранжевый. О, вот такая юбка. Вот такой, кстати, свитер есть бежевый.
нравится мне все это. Горло не нравится, его не люблю. Вот есть вот такой вот комплект черный, с такой валеной такой ткани. Юбка. Видите, юбка и свитер. Есть еще много каких-то платьев черных с такой, видите, это темно-синий. Я его вам показывала как-то. Так, что там еще интересного? Ну, в общем, о, что-то вот это такое интересное. Это платьице. Сжатое такое. Так, брюки черные. В общем, юбка плиссированная. Видите, есть юбка плиссированная черная. Зеленый вот этот свитер я примеряла. Ну ладно, давайте я сейчас разберусь, посмотрю, что здесь к чему. И мы с вами займемся примерочкой. Вот такая же юбка зеленая, как черная. Какой красивый цвет. А вот, кстати, какое черное платье, интересно. Какой красивый цвет. А, это не юбка, это, по-моему, платье. Вот эта юбка. Интересно. Так, ну ладно, посмотрим. Я не знаю, я не уверена, что я буду делать черный цвет. Может быть, я что-нибудь другое придумаю. Здесь синее все такое, синее-синее. И вон тоже немножко черного. Короче, давайте будем искать, что примерить. Ну что ж, девушки, здравствуйте. Мы в примерочной. И еще раз здрасте. Как говорится, мы в примерочной в магазине КОС, и я сегодня повторяю свою, так сказать, идею одеться во все черное, потому что я сегодня пришла фактически в Total Black. На мне черное платье, черные туфли, и сверху надет такой в клеточку черный с бордовым пиджак. На самом деле у нас очень похолодало вдруг, вот прям несколько дней прям очень холодно. Ну, это скоро закончится, на выходные у нас уже будет 32, так что пользуюсь пока возможностью носить теплые вещи. Знаете, что я вообще сниму этот жакет и покажу вам себя в Total Black, так сказать, в полной красе. Такое вот у меня платье, по-моему, из H&M, я не помню. Пояс из Zara, сумасшедшей красоты, вот такой со змеей, потрясающий. И украшений я почти никаких уже не надевала под такой пояс. Одела только тоненькую цепочку золотую, золотые сережки у меня. Куда уж тут украшения. Единственное, что позволила себе вот кольцо такое сумасшедшее. А, ну этот браслетик у меня из камушков. Я его часто надеваю. Он очень... где-то я прочитала, что этот камень, он притягивает там что-то, удачу, деньги и все такое. Да, и у меня такой разрез, знаете ли, такой эффект Анджелины Джоли. На каком-то Оскаре она, по-моему, была в таком платье с большим разрезом и стояла так, выставив ногу, вот так вот, мне так не получится. В общем, как-то так она стояла, выставив вот так вот ногу, так очень, знаете, очень нарочито так, выставив эту ногу в разрез. Ну вот у меня так не получается, потому что я не Анджелина Джоли. Хорошо, давайте... Ну, шуточки, давайте будем все примерять и посмотрим, что у нас тут есть интересного. Так, значит, первое платье мне мало. Сразу говорю, сразу заявляю. Во-первых, я его не до конца застегнула замок, а во-вторых, вот я его так подогнула, чтобы не было видно, и то все равно видно торчащее все. Самый большой размер взяла, девочки, не было большего размера в магазине. Я что-то подобное когда-то примеряла, по-моему, с таким вот подолом интересным. Мне кажется, что я примеряла такое платье уже, да? Или мне кажется? Ну, во всяком случае, это немножко из другой ткани. Оно такое, из такого эластана, знаете, сделано все вот с такими вот здесь какими-то вот сборками. Но мне оно ужасно мало. Как же так? Какой же это размер, интересно? Так не видно, потому что я вот так подняла. Если я его опущу, то будет ужас ужасный. Но зато так оно, когда я его поднимаю, оно мне не очень длинное. Красивое платье, но маленькое мне. Пузень торчит. Смотрите, какой шикарный кейп я принесла. Я прям запала на него еще будучи в магазине. Я его надела сверху на это платье, поскольку у нас ведь осень, платье такое летнее, да? Сейчас я вам покажу, как он надевается. В общем, он безразмерный. И у него он сшит из нескольких клиньев. Я вам, наверное, на вешалке потом покажу, будет понятнее.
вы должны понимать, какая это интересная вещь. Вот интересный кос все-таки умеет делать. В общем, короче, здесь вот у него нет рукавов, он, это просто накидка, накидка. И здесь вот такой вот у него как будто бы шарф, не шарф, видите, длинный. На черном плохо видно. Ох, который можно вот так вот опустить. Здесь фактически он сделан вот из двух таких половинок. И вот это вот, вот этот шарф, который вот так вот перекидывается через плечо. Таким образом он на вас держится. Шикарная вещь. Я его, может, еще померю вот с этим вот платьем, потому что здесь полоска, может быть, будет лучше видно. Ну, в общем, вот такой вот, в общем, вот такой вот образ. Великолепный. А, платье $190. 85% вискоза. Нет, 98 вискоза и 2% эластан. И вот это 10 размер. Что оно мне так мало? Не знаю. Прям мне это совсем не нравится. Но видите, как оно интересно сделано? Из-под подмышки у него идет вот такая сборка. С этой стороны идет тоже из-под подмышки длинная сборка. И один край длиннее другого. Здесь такой клин какой-то вшит. Красивое платье. Было мне... Нету большего размера, 10. Я думала, что мне будет хорошо. Но нет, нет, нет. А красивый вырез такой, в общем, красивое платье. Так, вот такое платье. Значит, это размер large, и оно мне чуть-чуть великовато, но я боюсь, что medium был бы мне мал вот тут вот. Потому что здесь оно мне так нормально. Оно мне чуть-чуть великовато в плечах. И вот как-то вот здесь вот, вот в этом месте. А в животе и в попе оно мне как раз. Поэтому medium я бы, наверное, на себя с трудом натиснула. Посмотрите, опять разрез. Опять я стою в позе. Красивое очень платье. Реально красивое, элегантное платье. Я вам должна его показать ближе. Посмотрите, как оно интересно сделано. Здесь такие широкие плечи и большие подплечики. Круглый вырез. И вот здесь вот очень интересно. Я бы на манекене его показывала. Очень интересная какая-то конструкция пришита. И такая ткань в полоску. И оно, видите, как-то скроено, что здесь она идет ровная полоса, потом уходит сюда, в эту вот защипу. И таким же вот косым таким образом идет на подол. Здесь тоже разрез небольшой с этой стороны. И здесь разрез. Очень красивое платье, сзади замок. Затрудняюсь даже сказать, какой мне нужен размер. Мне кажется, что это нормальный размер. Мне еще рукава очень длинные. Рукава с манжетами. Поэтому я их подняла. Давайте я опущу рукав, чтобы вы видели. Видите, какие длинные рукава? Просто петрушка. Ну, что делать? Ну, я думаю, что медиум мне было бы мало тут. Платье прекрасное, элегантное, интересное, необычное. Такое, знаете, вот косовское. Такой минимализм, но с изюминкой. Не просто такой, не просто минимализм, а минимализм, который... Хочется разглядывать, правда же? Интересно, правда? Так, ну я бы померила вот с этой накидкой. Я не знаю, опять вам плохо видно, потому что все-таки черное на черном. Как-то не очень хорошо. Но посмотрите, оно вот такая вот вещь. Значит, ой, я плохо надела его сейчас, подождите. Неправильно надела, неправильно. Я думаю, что же у меня не складывается? Ага, значит, видите, вот такие две половинки. Раз половинка, сзади цельная, вторая половинка. И вот здесь вот, вот такой вот шарф, который можно так вот закинуть. Мне очень нравится эта вещь. Она очень классная и стильная. Но я хочу сказать, что у нас для нее практически нет сезона. Потому что когда тепло, то еще тепло. Когда становится прохладно, у нас становится прям сразу холодно. И вот такие вот накидки-кейпы с такими вот широкими какими-то размахайками как-то будет в нем холодно, поэтому носить его практически особенно некогда. Но интересная, интересная вещь. Так, значит, состав этого платья. 60 с чем-то вискоза, потом 20 с чем-то полиэстер и все остальное эластан. То есть, в принципе, оно в нем много полиэстера, но тем не менее на ощупь оно выглядит, чувствуется как будто натуральное платье.
Вы знаете, оно не из самых дорогих, это размер large, и стоит оно $175. $175 кос, это из дешевых, так скажем, да? Сделано оно в Турции. Видите, вот как интересно здесь вот это вот все сделано. Оно очень приятное и очень стильное, девочки. Но я хочу вам сказать, у кого, кто похож на меня фигурой, но у кого поменьше живот, вы вполне можете брать себе medium, потому что large прям реально большой. Прям реально большой. Хочу обратить ваше внимание на то, как аккуратно сделаны, сшит рисунок. Посмотрите, вы понимаете, в чем дьявол кроется? В деталях. Посмотрите, вот шов, и все вот эти вот полоски сходятся и расходятся в шве абсолютно аккуратно. Это сзади. Это очень важно, я вам хочу сказать. Здесь нету больше стыков. Здесь, видите, здесь стык сделан, можно, в принципе, не особо не волноваться, потому что здесь разное направление полос. Но вот это меня прям поразило. Это прям действительно очень-очень молодцы. Они хорошо сделали. Вот. И вот такое вот интересное платье. Очень интересное платье. $175, не страшно. Вот так вот аккуратненько сделан разрез здесь. Если я дождусь его на распродаже, я бы его взяла, оно мне очень нравится. Кейп сделан из 60% шерсти и 40% лиоцел. Видите, вот такая вот приятная, приятная, мягкая ткань. Шерстяная, он не дешевый. Стоит он наших канадских $250. И вот видите, здесь какой-то знак качества шерсти приделан. Хорошая вещь, качественная, добротная. Вот еще раз покажу вам. Видите, как сделано? Вот так вот сделаны две половинки. Здесь продевается рука. И с другой стороны. Он как будто бы, видите, как будто бы без рукавов. То есть нужно что-то теплое надевать. И вот этот вот шарф, который перекидывается. Сейчас, я, наверное, плохо показываю. Вот так вот он перекидывается через плечо. Получается очень элегантно, просто очень элегантная вещь. К сожалению, мне не хватает места отойти подальше, чтобы вам показать. Ну, вы поняли, я надеюсь. Девочки, вопрос. Как легко и быстро похудеть? А вот так вот просто одеться во все черное и вот в такой вот силуэт. Это просто бомба. Мне так нравится. Это, значит, такой топ. Посмотрите тоже, как он интересно сделан. Он из такой плотной, как будто бы джинсовой ткани, и брюки, они немножко не совсем сочетаются по текстуре, потому что топ такой плотный джинсовый, видите, какой он интересный. Ой, как мне нравится, ужасно, не могу прям. И вот такие вот брюки, они похожи из такой тонкой хлопок, лен, что-то такое. Но вместе это выглядит шикарно, просто великолепно. Брюки с высокой талией, очень широкие, очень такие клёшные брюки, видите? Я подобные брюки примеряла в моей прошлой примерке Total Black, и они были классные. Я ждала их на распродаже, но не дождалась, их раскупили раньше, потому что вот такие брюки, может быть, вам плохо видно, но они просто прекрасные, великолепные. Я сейчас вам подниму топ, чтобы вы поняли. Они на такой очень высокой посадке. Они очень здесь... У них есть большие вот эти вот защипы, зажимы. У них есть карман. Посмотрите, какие брюки. Классные. Просто очень. Просто супер. Брюки просто супер. Великолепно. И вот с таким вот топом. Приталенным. Но не коротким. Вот такие широкие брюки с таким приталенным топом, мне кажется, это блеск. Мне кажется, что вам плохо видно. Как-то отсвечивает очень яркий свет или что-то, я не понимаю, но мне самой плохо видно. Если бы я вот смотрела это видео, я бы не поняла, что здесь происходит. Я вам пытаюсь показать ближе, но хочу отойти подальше, чтобы вы поняли весь силуэт. А когда я отхожу подальше, то становится не видно деталей. Давайте я вам так сниму вертикально. Может быть, тогда поближе будет лучше видно. Смотрите. Это же просто... Просто Fashion Week. Где? В Париже, в Милане, в Нью-Йорке. Я прям так расхваливаю. Вообще, все магазины должны мне платить проценты.
Я их так расхваливаю, так рекламирую, так нахваливаю. Я хочу вам сказать, вот, кстати, я надела сегодня вот эти очки с голубой оправой. Они не фирменные, никакие обычные очки. Я просто их иногда надеваю, когда вот я во всем черном, чтобы немножко сделать какой-то цвет, потому что у меня очки мои черные, а вот это вот... Вот эта вот голубая оправа, она немножко добавляет такого перчинку. Ну вот, вот такой вот комплект. Супер, класс. Просто мне очень нравится. Просто очень. Смотрите, какая прелесть. Так, брюки 77 Лиоцел, 23 Леон. Стоит $150, 10 размер или европейский 40, но вот это вот мой размер. Только вот платье мне было первое, 10 размер маловато. А так, в принципе, брюки очень классные. Фактически лиоцел и чуть-чуть льна в них. Но они такие тоненькие, они как бы и на лето хороши, и на осень, на любой сезон. Ну и шок-контент. Я же не могла вас не подразнить своим мини вечным. Я же вечно влезаю в какие-то короткие платья, короткие юбки, потом начинается критика, меня начинают ругать, критиковать. А что вам сказать, девочки? Я в таком коротком вряд ли пойду на работу. А так, вот куда-нибудь на вечеринку, на ресторан, бар, запросто. Вот, вы не знаю, ругайте меня, не ругайте. Я, конечно, не Барби уже давно, и это самое, не, совсем не девушка. Но ноги у меня не такие плохие еще, для того, чтобы их уж так прям прятаться и скрывать. Мне кажется, что вполне еще могу носить вот такую длину. Сейчас меня захейтят за то, что я себя хвалю. И называю себя вполне еще способной на такие вот подвиги. Так, юбка. Знаете, какая она интересная? Видите, здесь такое сочетание текстур я хотела сделать. Она из такой, я даже не знаю, как это назвать. Из такой плащевки, что ли, с прострочкой. Видите, с красивым узором, выстроченным. Здесь как-то вот у нее зашито, запах. Здесь у нее карманы сделаны в швах. И я примерила тоже с этой кофтой, такой под джинсу. На самом деле это, оно по текстурам не совсем сочетается, но может быть вот в этом вот комбинации текстуры есть тоже интересный момент, потому что когда вы носите все черное, то возможно можно, если вы не комбинируете цвета, то можно комбинировать фактуры и текстуры ткани. Видите, это такая немножко блестящая ткань, как будто бы такая шелковистая, а это джинса. Мне кажется, что неплохо. Так, вот снимусь в полный рост, чтобы вы имели представление и полное представление о том, за что меня нужно ругать и за что критиковать мою любовь к коротким юбкам. Скажите спасибо, что я шорты не надела короткие. Так, ну и контрольный выстрел в голову. Я решила надеть эту юбку вот с этим вот кейпом. Получилось интересно, мне кажется, потому что юбка такая пионерская, а кейп такой дамы-мадамы. Ну и получилось очень смешное, странное сочетание. Я, пожалуй, соглашусь, что оно не очень жизнеспособное, в том смысле, что... ну, если вниз надеть толстые черные колготы под эту юбку, да, и какой-то свитерок, и вот этот вот кейп сверху, то вполне можно так ходить. И, допустим, ботинки какие-то, полуботинки или сапоги высокие, или какие-то ботинки без каблука, такие, знаете, такие... military boots, ну, военные такие, то большие такие ботинки. Или вот, ну, в общем, мне кажется, что если с черными колготами, то это будет совсем неплохо, потому что когда короткая такая юбка, черные колготы непрозрачные, и вот этот вот такой более зимний, как бы, кейп, более осенний, это будет в самый раз. Так, значит, этот топ сделан 76% хлопок, немножко лиоцела, немножко эластана, немножко чего-то, еще чего-то. И стоит он... Ох, это размер 8. Угу. Это восьмерка. Ну, можно было и десятый. Он мне так тютелька в тютельку. Значит, $150 он стоит, размер 8. И вот видите, с размерами. Я где-то часто попадаю в них между размеров. Потому что я думаю, что если бы это была десятка, она была мне великовата. Потому что 8 мне нормально, но так, впритык. Просто потому, что в нем есть эластан, то, в принципе, он нормально. Вот, посмотрите, я хотела вам показать. Во-первых, у него встроенные плечики вшитые. Здесь какой-то защип идет, доходит до сюда и делает вот такую вот петлю. Петлю, да. Здесь тоже защип, но другой, не отстроченный.
И внизу вот с этой стороны вот такая вот штучка. И он одна сторона, одна пола длиннее. Сзади у него замочек металлический, и сзади он обычный ровненький. Вот такой вот. Интересная вещь. Очень интересная. Очень такой. А, знаете, здесь вот такая защипа, и тоже вот такая вот. Такая вот, как будто бы нахлёст на рукав, а здесь просто нахлёст. И вот эта защипа как бы переходит вот в такой вот, в такой бантик. Интересно, правда? Интересно. Так, и юбочка для бабушки 56 годков. Сделана, я шучу, девочки, на самом деле. Она сделана вся из каких-то смесей, каких-то полиэстеров, но посмотрите, какая она интересная. Видите, она вся вот такая вот простроченная вот такими вот узорами. Здесь у нее шов, и внизу еще такой маленький разрезик. Два кармашка в швах. И она должна быть, в принципе, надета на не на талию, а такая пониже немножко, на бедро. Стоит она $175, и это размер был 10-й. Интересная юбка, конечно. Ну вот, на любителя, кто любит короткое, кто не любит. Ну, прикольно. Ну что, девушки, мы напримерялись с вами. Кстати, прошу заметить, я свой пояс не пыталась надеть ни на что сегодня. Даже не пыталась. Хотя, вы знаете меня, у меня вечно руки чешутся свои пояса пристроить к какой-то одежде, которую я примеряю. Но не сегодня. Вот такая у нас сегодня была примерка. Черная на осень, Total Black на осень. Вот очень мне понравился вот этот кейп. Он очень классный, очень стильный и такой, знаете, единственное, что вот у нас не очень для него погода есть. У нас зима холодная, лето жаркое, а осени вот 2 недели. Поэтому как бы особо некогда его носить. Что еще мне понравилось? Мне очень понравилось вот это платье. Немножко оно мне с размером как-то, знаете, я попадаю между. Вот мне... Ларч великовато, медиум, наверное, будет мал. В общем, как-то так. Что еще? Вот это первое платье тоже было неплохое. Единственное, что оно мне маленькое, а большего размера не было. То есть это был 10-й, который я примерила. Брюки. Брюки, кстати, очень хорошие тоже. Но вот брюки 10-й размер мне как раз, а платье маленькое. Ну вот как знать? Как знать? Я уже вроде выбираю свои размеры, а все равно получается какая-то ерунда иногда. Все. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока.